улица Молодежная, 15А. С одной стороны обычная кирпичная девятиэтажка, вот с другой сразу и пяти- и трехэтажный дом. Хотя это все одно и то же здание. Цифры в квитанциях за обслуживание многоквартирного дома тоже приблизительно одинаковы. И у всех без исключения в эту графу включена сумма за использование лифтов. Несмотря на то, платит за это жилец первого, девятого этажа или вовсе той части дома, где только три яруса квартир и лифта в подъезде нет. Суть не в сумме, а просто удивляет вопрос, почему человек должен платить за непредоставленную услугу. Ну, вопрос поднимался на заседании товарищества жилищного. Ну, не знаю, в общем, там решили, или в судебном порядке надо решать этот вопрос, или как-то по-другому. Но в судебной практике такое встречается редко. Аналогичный случай, когда жители первых и вторых этажей хотят отказаться от пользования лифтом. Но дело не всегда решается в их пользу. Таков закон, то есть жилищный кодекс, в котором сказано, собственники должны платить за общее имущество, даже если не приходится им пользоваться. Собственники квартир являются еще и долевыми владельцами общедомовых помещений, не являющихся жилыми. К ним относятся коридоры, тамбуры, лестничные площадки, чердачные и подвальные помещения, сантехническое и иное оборудование, лифты, лифтовые шахты, а также придомовая территория и объекты благоустройства на ней. Именно поэтому у жильцов появляются дополнительные обязанности, расходы на содержание долевой собственности. Плата за пользование общим для всего дома имуществом раньше вычислялась на основе количества зарегистрированных в квартире человек. Сейчас зависит исключительно от общей площади квартиры. Лифты содержатся специализированными организациями, которые имеют право по обслуживанию, по их ремонту, по замене. Поэтому управляющая компания заключает такой договор со специализированной организацией. Жилищный кодекс говорит однозначно, собственники несут бремя содержания общего имущества, независимо, пользуются они этим имуществом или нет. Выйти из ситуации способ есть. На общем собрании собственников может быть принято решение о том, чтобы освободить владельцев таких квартир от обязанности платить за пользование лифтом. Но за этот вариант должно проголосовать большинство жильцов. А вряд ли большая часть соседей добровольно освободит других от расходов на общее имущество. Ведь также и за ремонт крыши платят жильцы не только последнего этажа. Татьяна Колосова, Василий Попурин, Новости Вологды.